есть определенные технические сложности. Да, ну вот сейчас посмотрим основные соперники на следующих соревнованиях. Да и на этих. Кэтлин Уивер, да, Эндрю Пож. Пож, да. Посмотрим, как они отказают свой короткий танец. У них здесь вальс, полька. Вальс, полька — такие музыкальные фрагменты, выбранные для короткого танца. Тренируются они сейчас у Паскаля Камерленга и Анжелики Крыловой, которые, конечно, очень плодотворно и активно работают в Северной Америке. И Шилен Бурн, чемпионка мира в паре с Виктором Крацем, помогает Анжелике и Паскалю. Все фрагменты музыкальные из музыки, звуки музыки. Да, с большим задором откатали фигуристы свой короткий танец. Удалось им все, но, можно сказать, не все, к сожалению. Я особое внимание хочу обратить, повторю, может, покажет нам, от Твизли. Твизли, где были прошли бои партнеры, и, в общем, достаточно увереннее. Для такой уверенной пары они исполнили эти Твизли. Да. Я думаю, что не намного будет оценка повыше, чем у нас ребят, но... Думаю, она будет немного повыше. Первая часть мне очень понравилась этой пары. Они очень хорошо скользили. Чистое скольжение реберное было скольжение первой части. Ну, а последняя часть задорная, эмоциональная. Я уж понять не могу. То ли здесь так камера установлена вот в этом шанхайском ледовом дворце. Кстати, очень большая арена. Такая, больше 10 тысяч вмещает. Потому что такое ощущение, что все очень медленно катаются. Вот. На них смотрели. Вот, смотрели Боброва, Соловьева. Смотрели сейчас канадцев. Ощущение такое, что скорость невысока. Вот как раз нам показывают Твизлы. Да, вот на Твизлы скорости не хватало.
Но это зависит уже, конечно, от оператора. Они просто камеры ведут немножко быстрее спортсменов, и поэтому вот такое идет несовпадение скорости. Ну что же, у наших, у Екатерины Бобровой, у Дмитрия Соловьева, и так сейчас сумма 64 балла и 32 сотых. Нам показывают, там ждут Крылова. Да, Анжелика Крылова тренирует. Мне Камерленга. Боятельные ребята очень. Друзья, что Крылова не изменилось нисколько с того момента, что каталась с Олегом Овсянниковым. Да. А вот Олег изменился. Так, материал. 65-59. 83-32-76. Да, 65-59. Они выбирают и по технике, и по компонентам они проигрывают буквально одну десятую нашим. А вот по технике они опережают. В итоге преимущество в 1 балл и 27 сотых. Вот так вот интересно. И сразу убежала Анжелика Крылова выводить Наталья Пешала и Фабьена Бурза. Потому что лидеры европейского футбола.